Итак, дорогие друзья, мы с вами гуляем по строительной выставке 2019. И наш путь лежит к зеленому боксу. Он принадлежит фирме FitaWall, что можно перевести как «стена из растений». Что такое стена из растений? Об этом нам расскажет главный дизайнер. Расскажите, чем занимается ваша фирма? Наша фирма занимается разработкой и установкой стабилизированных растений, мхов в помещениях, таких как частные дома, рестораны, гостиницы и прочие другие. Используются растения, которые выращены в основном в Европе и в Южной Америке. Что такое стабилизированные растения? Стабилизированные растения – это растения, которые были живыми, они сохраняют живой вид, но сок растительный, который был в них, да, натуральный, он заменен натуральным экологически чистым раствором. Это может быть раствор на основе разных солей, он абсолютно экологичен и безопасен, и является гипераллергеном, то есть он не аллергичен. Даете ли вы какую-то гарантию? Все-таки это растения, и, наверное, их жизнь зависит от температуры комнатной, от влажности. А наши работы, как, в принципе, любая картина, не требуют ухода. Они сохраняют свой первозданный вид на протяжении долгих лет, в принципе, до 10 лет. Условия для соблюдения не особо сложные. Необходимый уровень влажности для исландского мха, который иногда может становиться немножко тверже, чем обычно. Но при восстановлении уровня влажности, примерно 30% условной влажности, он снова становится мягким. Как ухаживать за такими картинами? Уход они никакого не требуют. То есть, как у нас везде и на сайте, и в рекламах об этом говорится, действительно, никакого ухода не требуется. Просто установили и наслаждаемся красотой. Вот с чего начинается формирование заказа? Вот приходит к вам человек и говорит: хочу себе в ванную комнату зеленую картину. Для этого у нас есть два выбора. Либо клиент уже сам находит похожую картину, выполненную где-то в Европе, да, показывает нам, что мы хотим именно такое, или же полностью просто доверяет нашему вкусу. И это моя любимая часть, когда мы можем сами придумывать вместе. Сколько времени уходит на заказ? На срок выполнения заказа у нас уходит от 2 до 8 недель. Зависит от объема работы, от сложности и от загруженности. Заводятся ли в таких картинах какие-нибудь насекомые? В наших картинах никаких насекомых не заводятся. Случаев, примеров таких абсолютно не было. Не заводятся. Да. То есть это уже материал, который стабилизирован, то, о чем мы говорили раньше. И жучков, паучков этот мох не интересует. Что нельзя с этими картинами делать? Чтобы эти картины радовали глаз дольше, лучше их не ставить под прямыми солнечными лучами и не располагать их возле радиаторов. То есть примерно 1 метр от радиатора дистанция должна соблюдаться. Природный материал в руках художника может в конечном итоге преобразить ваше жилое и не только жилое помещение. При помощи зеленого мха можно даже сделать логотип вашей любимой дорогой фирмы. Да все что угодно, главное лишь захотеть.